Итак, продолжаем прием мануальной терапии. Да, вот смотрите, когда обнаружили, что у человека с этой стороны тазовые кости развернуты относительно крестца, вот туда-назад и вниз, да, мы его уже проделали скрутку, да, и дополнительно здесь ребра, они уж вот отсюда идут, да, вот ребра, примерно вот к среднему грудному отделу позвоночника, которые опущены вот туда, ротированные позвонки, да. Для этого мы произвели приемы скрутки вот такие, и теперь прием постизометрической релаксации делается на вдохе. Вдох, задержали дыхание и давим на меня, а я, естественно, в противоположную сторону. Постизометрическая релаксация, еще чуть-чуть сильнее, давим. Они расслабляют вот эти вот мышцы, да, для того, чтобы назад мышечный корсет не вернул это все, да. С вами был Олег Лавгудин, приходите, я вам еще кое-что интересное покажу, а так подписывайтесь и не забудьте поставить лайки.